Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Димаш Кудайберген в прошлом году получил сразу две награды в иностранной музыкальной премии «Виктория». А в этом году артиста наградили тоже дважды, но уже медалями на родине. 25 лет Ассамблеи народа Казахстана и Единства народов Казахстана. Кстати, друзья, напомним, что в это же время, год назад, накануне Дня независимости Республики Казахстан, Димашу было присвоено звание заслуженного деятеля Казахстана. Но пока Димаш никак не отразил на своих страницах новость о награждении. Его скромность, как всегда, не знает границ. А вот Ерлана Бекчурина он сразу же поздравил с присвоением почетного звания отличника культуры. Как вы помните, и мама Димаша, Светлана Айтбаева, недавно была удостоена ордена почета. Думаем, впереди еще много званий и наград для всей команды Димаша и, конечно, для его отца Каната Айтбаева. Он тоже когда-то дождется своего почетного звания за все организации концертов и побед артиста. Спасибо за все звания и награды для Димаша, но мы-то с вами понимаем, что самая большая награда у артиста давно уже есть. Это наша безграничная любовь к нему и уважение к его творчеству. Мне Димаш бүгін. Ой, жена! Жаз беріңдер дейді бізге. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».Тәуелсіздік тұғыры, қазақтың тұғыры, тек биіктен көріне берсін.